Плыви, рыбка, плыви. Благодаря неравнодушию членов Запорожской областной федерации подводной охоты, дайвинга и рыболовства, количество обитателей Днепра увеличилось сразу на 15 тонн малька. За процессом вливания рыбешек в новую среду обитания наблюдала и наша съемочная группа. Прежде чем попасть в акваторию водно-речного комплекса «Матур-Сич», толстолобики, судачки, карпы и даже усатые сомики преодолели более чем 300-километровый путь из Новой Каховки, где находится завод по выращиванию частиковых рыб. Три специальных рыбовоза привезли в Запорожье около миллиона новых обитателей Днепра, которые так необходимы для выполнения государственной программы по возрождению водных живых ресурсов. На сегодняшний день сеголетки будет зарыблено порядка 300-330 тысяч. И планируется еще завтра, послезавтра 40-50 тысяч двухлетки. Будем надеяться, что вся эта рыба воплотится в жизнь, водоемы наполнятся. И будет и подводным охотникам, и любителям рыболовам будет на что поохотиться и половить, получить удовольствие. Запорожская федерация подводной охоты, дайвинга и рыболовства – единственная в Украине общественная организация, которая вот уже 3 года подряд на собственные деньги закупает на специальных заводах живое серебро и не уничтожает его, а наоборот способствует его размножению и процветанию. Нынешнюю акцию ценой в 70 тысяч гривен профинансировал президент этой федерации Анатолий Береза. Для того, чтобы копать картошку, надо посадить, наверное. Вот это как раз идет посадка этой картошки. То есть через 2-3 года она уже будет приносить какую-то пользу. И мы будем все хоть видеть, что это единственная общественная организация во всей Украине, которая выпустила такое количество. Благодаря нашему президенту, ну, не Порошенко, а Березе, были выделены деньги и закуплено вот это 15 тонн. По словам депутата городского совета Михаила Молчанова, бухта, где расположен водно-моторный комплекс, самое подходящее место для зарыбления. Здесь охраняемая территория, нет браконьеров с китайскими сетями, которые вылавливают все живое, и малек спокойно может прийти в себя после долгой дороги, а спустя какое-то время уйти в большое плавание и жить, где понравится. Кроме того, команда теплохода Василий Амельченко обязуется подкармливать рыбу макухой. Из природы ведь нужно не только брать, а что-то и давать ей взамен, убежден Михаил Николаевич. Конечно, мы очень рады и довольны, что на нашей территории, вот здесь, на водно-речном комплексе нашей Матур-Сичи, значит, сегодня производится вот такая благородная, очень благородная акция по зарыблению залива. И сегодня мы выпускаем вот сейчас вечером 10 тонн малька. Вот здесь у нас и толстолоб, и карп, и вот показывали сомики есть маленькие. Конечно, все в восторге, людей много, смотрят, и дети есть, и вот и сотрудники. Мы очень благодарны и рыбоохране, и экологам, и всем причастным к этому делу. Кстати сказать, толстолобик – единственный вид рыбы, который может питаться колониями мельчайших водорослей, а белый амур поедает жесткую надводную растительность, что очень важно в условиях зарастающих в летний период водохранилищ. Выпуская эти полезные виды рыб, запорожские подводники, которые как никто знают о проблемах Днепра, что называется, изнутри, таким образом пытаются улучшить экологическое состояние главной украинской реки, а в перспективе повысить ее рыбопродуктивность.